Вон он весь этот. Как его, блин. Коник. Работает все равно. Что меня вперед потянуло. О! Тоже на коника. Стоит. У меня снизу. Два коника стоит. Фирменный не стоял, да? Не. Да, блядь. Зацепилась, а. Травища. Ну, видишь, как поклевка. Сразу поплавок аж тонет, блядь. Ролика таких нет поклевок. О, блять, на соплю взял. Пиздичок. Тихо, не болтыхайся, порвешь себе что-нибудь, блять. В принципе, но поплавок, если смотреть, то легко поклевку. По руке не определишь. Он постоянно долбит. Двадцатичек. Все сработало. Ну, пишешь, шурма иной раз и неплохих. Вот это хороший. Насоплю. Это же сопля. Угу. Это же.
сопля работает. Да. Может, то, что у меня тарабанит так. У меня грузик-то вообще там как будто поклевка постоянно идет. Круголя такие дает. Ох ты, что я тебя, блядь, за горбушку зацепил. На фирменную. Он стоит, блядь, брать не хочет. Если за горбушку цепляется. Раззяло какой-то, блядь. Зашкварник его зацепил. Клёшки какие-то, блядь, непонятные. Не привык просто. Крюк положит, хуяк, вот это. Ну что, само подтекается? Ну, подтекает, и второй уже не срывает. А на тот, блядь, нахуй, поклевка хуяк, хуй. Хуянос, блядь. Ну, уже хороший. По крайней мере, ближе к пограничнику. Опять зашкварник, нет? Вот сука. Надо было в эту подсачек брать. На соплю. Хорошенький был. Да я мог сам подсадчик достать. Я же вот подтащил. Смотрю, вроде хорошо сидит. Оказывается, ни хрена не хорошо. На нижнюю опять. Он не голодный. Может, попозже начнет брать. На коричневую с золотом. Второй уже. Дичок, правда, новый. Ну, вот сиренью сейчас поставь, это начнется попробовать. Надо попробовать. Надо попробовать, конечно. Да, пиздячок. Сидит или убежал? Сидит. Ну, видишь, уже какой. А, это на соплю, ёптать. Маленький такой. Сопля больше тебя, бля. М? На чё? Ну, этого. На глухарика? На глухарика?
Ну, он в прошлый раз хорошо работал. А этот раз что-то не хочет. Ну, я думаю, он еще заработает. Так что его снимать не стоит. Я вот, может, зря его в середину поставил. Поставлю на низ сейчас. Блять, все мельче и мельче, нахуй. Что-то пузо подранное у него. Тихо. Так весь колечный. На пузе какая-то у него ссадина. Ну да, таких-то хрен увидишь. Ну факт то, что оживил этот поплавок, хоть мелочевка стала клевать. Ну это опять погремушку поставил. То есть есть смысл в ней. А здесь это уже по-другому. Вот у меня тоже, видишь, сразу раз. Сам подсекся. Я бы не подсекал. Вот хороший такой. Ну, пограничник, наверное. Не, нихуя. Не пограничник. Нихуя, ты не боец. Ай, блядь. Ю. На этого конявого глухарика. Нет, тоже на коня звал. На глухарика. Конява. А, один. Один на фирме. Ага, сопля. Ройка заработала. Тоже на этого. На конявого. На тирольку тоже погремушку повесил. Пелька работает. Блюх. Толстяк такой. Потожратый. Ну, видишь, сам подсекается. Тоже, блин. Думаю, что он дрочится как-то
по-другому. Даже мелкий вот. Что, не устал, что ли, дергаться-то? Сидел там полчаса. Честно говоря, я думал еще меньше. Этот-то такой более-менее. Такой покрупнее маленько. Глядишь, и укрупнится. Но это уже не похоже на мелочь. Рольку мне зацепил. Ну и ладно. Ты рольку зацепил мне. Ну он не это. Край 21. Хороший. Какие-то. Бывает хорошее, но видно. Мерить надо. Тихо, не шевелись. Ну, 25. Как ты так зацепился-то, что я тебя цепить не могу? А что-то какой-то неоткормленный. Худенький. Глухарь внизу поставил, работать стал на тирольке. Ну-ка померим тебя, хотя так вижу, что коротенький. Двадцать ровно. Ну, есть тут рыба. Ну, они вот соплю предпочитают, что крупный, что мелкий. Всем остальным.
он убежать. Отпустим сейчас. Сам отпустился. Без губы будешь жить. Пойдем, может, пообедаем, пока клев не начался. Первый час. Да он нихуя не начнется. Да хрен его знает. Может и начаться. Два часа в прошлый раз начался. На ферму первый раз сегодня сработала сзади. Ух ты, ни хрена там выпрыгнул какой. Кабан выпрыгнул. Делает, бля, выпрыгивает. Давай еще разок. Все, устал. Да, конечно. Сука, нихуя ты. Хороший бы так цеплялся. А? Хороший бы, говорю, так цеплялся. Хрен. Изо рта вырвешь крючок. Дергается. Исключительно сопля. Бам. Что-то я его так плюхнул. Хотел запустить, чтобы он пошел охуеть против ветра. Но... Тихо. На фирменную. Что-то глаз у него выпавший. Весь побитый. Точно хороший.
Я отщепился в лодке прямо. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы тебя уговорим. Брать начал, что ли? Помощника достать? Сегодня упустил.